Девушка в погонах за мольбертом. У старшего следователя Дарьи Синчила романтическое хобби. Она любит писать пейзажи гуашью. Говорит, в отпуске это помогает на время забыть о работе. Рисунок – это состояние души. Все, что ты иногда не можешь произнести вслух, я стараюсь это изобразить либо на листе бумаги, либо на холсте в данном случае. В следственном отделе Ленинского района Дарья – единственная представительница слабого пола. Девушка понимает, что ловить преступников – это не совсем женская профессия, но именно о такой она мечтала с детства. Правда, сначала пошла учиться на педагога, так хотели родители, а уже потом получила второе образование – юридическое. Первое место работы – Вольск. Там Дарья Синчила и раскрыла одно из сложных дел об убийстве. Трое молодых людей из-за бытовой ссоры избили мужчину до смерти. Андрей, каким частями тела наносил удар? Кулаком. Получены достаточно высокие справедливые сроки, свыше 9 лет каждому. Хочется отметить, что потерпевший был отцом-одиночкой, осталась маленькая дочка на попечении у его родителей. В связи с этим, наверное, была сложность. Только эмоциональная устойчивость, но и физическая подготовка важна для следователя. Дарья Синчила старается регулярно совершать велопрогулки. В этом году среди ее успехов на работе не только раскрытые уголовные дела, но и успешная сдача норм ГТО. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.